Рабочий инструмент – мелок, вместо холста – асфальт. А на нем цветы, животные. Дети вместе с родителями пробуют себя в роли художников. В Химках отпраздновали день рисунка на асфальте. Этот праздник общий. И родители, и родители здесь творчество свое реализуют. И детишки включаются, смотря на как там папа рисует или как мама. Вот он рисует прямо аж я не знаю как там. И танки у него, и взрывы какие-то там. У кого-то там цветочки, небо, мир, облака. Мероприятия прошли по всему городскому округу. В парк Толстого пришла Юлия Антонова вместе с сыновьями Петей и Вовой. На чистом полотне моментально появилась целая композиция с автографами авторов. Что вы нарисовали? Мы нарисовали синий трактор. Здесь все просто. Просто малыш любит мультик про синий трактор. И мы его частенько смотрим. И это практически первые слова. Он говорит «синий тра», что значит «синий трактор». Они вот нарисовали круги и сказали, что это колесо обозрения, которое тут недавно демонтировали. Через час площадка у главной сцены превратилась в самое настоящее произведение искусства. Сегодня творцами себя почувствовали несколько десятков человек. Ксения Брагина, Дмитрий Бадыров, служба новостей.